Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Друзья, я напоминаю вам о том, что у нас идет сбор средств на приобретение базы канала «Я и мой хвост». Это первое. Второе, значит, те, кто не может помочь материально, перечислив на реквизиты, которые вы увидите к описанию к ролику, вы можете также помочь каналу, если вы будете просматривать всю рекламу, которая идет во время ролика, то есть не пропуская рекламные ролики. Ну, а сегодняшнее видео будет ответом на многочисленные вопросы. Я просто выложу сейчас, а вы просто посмотрите. То есть люди меня спрашивали, как проходят мои занятия с Риком. Итак, пожалуйста, приступаем к просмотру. Вот так вот, вот именно проходят мои занятия с Риком. Итак, друзья, сейчас вы посмотрели видео без купюр, то есть я ничего не вырезал, ничего не сшивал, то есть как вот у нас началось занятие с самого начала и до самого конца вы просмотрели. Ну, единственное, что когда собака выходила, когда уходила, это я просто не снимать было некому.
анонсирую следующее видео, опять же по многочисленным вопросам. Следующее видео будет на тему, что такое зона комфорта возле владельца собаки. Задают этот вопрос, хотя я не понимаю, честно говоря, но отвечу на него. Итак, друзья, с вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение, у вас все получится. Спасибо.